чертов красивые. Сейчас янки это все купили. Завода. Потому что нам местно запретили делать реконструкцию, какое-то строительство новое. Нету, не дают разрешения, чтобы что-то сделать, это очень много собрать надо бумажек. А тут китайцам вроде как бы разрешают без проблем. Просто возмущает, и мы, скажу, будем бороться до конца, мы не остановимся, будем проводить согласованные, хочу подчеркнуть, митинги до тех пор, пока этот завод не будет закрыт и демонтирован.